Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлия Кумкина. И сегодня у нас в гостях председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светлана Яковченко. Светлана Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые зрители, ведущие! А вам я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, а значит, вы можете звонить к нам в студию и задавать свои вопросы нашей гости. Номер телефона на ваших экранах 70-35-15. Также свои вопросы вы можете оставлять на нашем сайте seiminfo.ru в разделе «Онлайн», и мы постараемся их озвучить. Светлана Анатольевна, лето только началось, но я знаю, что уже стартовала подготовка к отопительному сезону, к зимнему периоду, загодя, существенно заранее. Но так происходит каждый год, на это есть объективные причины, много всего нужно подготовить. Расскажите, что конкретно и сколько средств выделено на это из областного бюджета? Ну, начну с того, что сразу после завершения отопительного сезона все теплоснабжающие организации, они проводят гидравлические испытания на сетях. В первую очередь это направлено на выявление тех проблемных мест на сетях, которые требуют замены, ремонта и так далее. На сегодняшний день эти работы проведены, и проблемы выявлены, и активно идет подготовка уже к новому отопительному сезону. Говоря о средствах вообще, могу сказать, что на эти цели всеми видами, источниками, в первую очередь источниками теплоснабжающих организаций запланировано более 1 миллиарда рублей. При этом и из областного бюджета тоже выделяются целенаправленно средства на проведение ремонтных работ. В частности, планируется софинансирование мероприятий по модернизации системы теплоснабжения в поселке Карло-Липнихта Курчатовского района порядка 14 миллионов рублей. Это областного бюджета, плюс финансовые средства будут предусмотрены в местном бюджете. Ну и основные средства – это средства, конечно, инвестора, который сегодня забирает эти объекты в концессию. Там в рамках модернизации, это долгосрочный будет проект на 3 года, где будет потрачено 95 миллионов рублей в целом, будут полностью заменены сети и строительство 2 котельных блочных. В этом году пока планируется строительство котельных, ну а в дальнейшем перекладка сетей. Также более 50 миллионов из областного бюджета выделяется на строительство блочных модульных котельных. Это и там, где социальные объекты в первую очередь, и где идет уход от неэффективных котельных, и будет часть домов переводиться на квартирное отопление. Кроме того, еще 15 с лишним миллионов выделяется средства на модернизацию в 3 населенных пунктах неэффективных квартальных больших котельных. Это в городе Рыльске, в поселке Хомутовка и еще в Щегровском районе. Там будет село, где модернизируется большая школьная котельная для того, чтобы обеспечить эффективное теплоснабжение и одновременно сэкономить в дальнейшем денежные средства. Если кратко, все. Ну, а так это что касается теплоснабжения. Но в рамках подготовки к отопительному сезону активно ведутся подготовка и сетей водоснабжения. Из областного бюджета на эти цели муниципальным образованием на ремонт только через комитет ЖКХ выделено более 47 миллионов рублей по программе «Экология. Чистая вода», где муниципалитеты, прошедшие отбор уже в апреле месяце, заключили соглашение. На сегодняшний день завершены почти все конкурсные процедуры, и подрядные организации приступили к работе. Сюда входит и замена сетей, и ремонт водонапорных скважин. Это текущий ремонт. Кроме того, еще ряд муниципальных образований участвуют по программе «Социальное развитие села» через комитет ЭПК, где получают средства на строительство уже новых сетей водоснабжения, теплоснабжения и так далее. Вот каждый год жители все на себе испытывают, да, отключение горячей воды. Обычно по месяцу уже в последнее время, в этом году, в этом сезоне 2 недели. Это уже радует, да, что существенно короче стал срок. Но все равно потом зимой какие-то порывы происходят, какие-то аварии. Вот с чем это связано? Почему нельзя вот сразу проверить, и чтобы потом уже не было проблем? Ну, к сожалению, хотя средств выделяется все-таки достаточно много, это все равно незначительная капля от тех проблем, которые существуют. На протяжении все-таки 80-х, 90-х годов все объекты теплоснабжения, водоснабжения, они
постепенно приходили в негодность, ветхость и так далее. Им не уделялось должного внимания. И сегодня износ по отдельным объектам составляет более 70%, а в отдельных случаях даже 100%. Заменить и выделить сразу денежные средства на полный ремонт и замену тех объектов, которые существуют, конечно, не получается. Поэтому делается этапами. Мы стараемся уделять внимание. Помним, когда в этом году у нас особое внимание Курску, как нашему областному центру, потому что 8 порывов на сетях теплоснабжения у нас были в Курске. Да, они были оперативно устранены, не допустили серьезных проблем с нарушением теплоснабжения объекта, но тем не менее мы постарались, когда вместе с руководством квадры планировали работы, учесть эти проблемы. На сегодняшний день они на 30% больше выделили средств для ремонта и замены сетей, в частности, и на реконструкцию вот тех участков, что были на проспекте Дружба. Работы они уже приступили. В большей части пока они заключаются в закупке материалов, потому что в любом случае даже не коммерческие организации, не бюджетные, они тоже обязаны по Гражданскому кодексу проводить конкурсные отборы, торги и так далее. Поэтому на сегодняшний день это все готовится. Конечно, по максимуму стараются решать проблемы, но они еще остаются. Но я думаю, что мы будем стремиться к тому, чтобы минимизировать все те риски, которые существуют по порывам и нарушениям на сетях. А вот что касается Курска, вот часто говорим о том, что теплосети передать, вот те, которые находятся на балансе города, квадре, как этот процесс идет вообще? Ну, еще в 2016 году наш губернатор Александр Николаевич Михайлов вместе с главой города Вчеровым подписали соглашение с руководством ПАО «Квадра» по сотрудничеству в улучшении и модернизации теплоснабжения города Курска. В рамках этого соглашения планируется продажа квадри в счет долгов сетей объектов теплоснабжения Сеймского округа. На сегодняшний день практически все мероприятия по оценке и договоренности подходят к концу. Кроме этого, достигнуты договоренности, также проводятся мероприятия по передаче объектов железнодорожного и центрального округа в концессию. Ну, к сожалению, процесс это достаточно длительный. В первую очередь, это и оценка, это и торги, это оценка, что касается концессии, технического состояния объектов. И, соответственно, необходимо спланировать те работы, которые должны производить стороны в части, в первую очередь, квадра, которая проводить ремонт и модернизацию. Концедент, в данном случае город, оказывать определенные финансовые вложения в те объекты, которые будут модернизироваться. Что касается субъект, то он тоже обязательным является участником концессии в рамках установления тарифной составляющей и в рамках разработки, утверждения инвестиционных программ данной компании. Поэтому мы эту работу ведем и планируем к началу отопительного сезона полностью все завершить, так, чтобы это был единый ответчик по всем сетям, по всем объектам в городе. У нас есть сразу два вопроса на сайте от жителей дома номер 18А по улице Черняховского. 3 года назад подали заявку в ЖКО заделать швы в стенах дома, где стыковка блоков. До сих пор ничего не сделано, куда нам можно обратиться? Ну, в данном случае им необходимо обратиться, если управляющая компания не реагирует в государственную жилищную инспекцию. Вопросы деятельности управляющих компаний – это исключительные вопросы надзорной деятельности государственных органов. Это Красная площадь, 6, 4 этаж. Письменно, я сразу подчеркиваю, заявку необходимо подать письменно, потому что государственная жилищная инспекция в соответствии с законом обязана реагировать только на письменное обращение граждан. Понятно. Еще один вопрос. В квитанции есть графа «Горячее водоснабжение на ОДН», рассчитано исходя из норматива потребления 60,18 кубометра. Это на дом, как мы понимаем. Нас интересует вопрос, куда уходит эта вода. Холодная, понятно, на полив клумб, например, а горячая? Ну, в первую очередь я хочу сказать, что ОДН, они устанавливаются в соответствии с требованиями, установленными постановлением правительства Российской Федерации –
комитетом нормативы были пересмотрены, также в соответствии с новшествами, которые введены методики, и с 1 июня введены новые. На горячую воду, насколько я помню, они варьируются от 0,02 кубометра до 0,03 кубометра в зависимости от этажности и типов домов на 1 квадратный метр общей площади. Ну, в соответствии как бы с требованиями, эта вода в первую очередь используется на помыв и очистку помещений общего пользования. Уже уборщица, это окна, стены и так далее. Насколько уже, конечно, квалифицированно используют и убирают, это уже вопрос, конечно, к управляющим компаниям. А соответственно, если жители видят, что с их точки зрения это делается некачественно, я думаю, что можно обратиться также в надзорные органы муниципального контроля, государственного жилищного контроля. Вот. Но, тем не менее, законодательно предусмотрено, чтобы ОДН оплачивался. Единственный выход из данной ситуации – это установка общедомовых приборов учета. Mm-hmm. Причем очень часто бывает так, что приборы учета есть, а ОДН остается. Тут большую роль играет, как бы, скажем, квалифицированное снятие показаний счетчиков одновременное, насколько это соответствует. Поэтому на сегодняшний день и правительством Российской Федерации, и мы со своей стороны сейчас прорабатываем с управляющими компаниями, стараемся информировать наших граждан о том, что если устанавливать уже общедомовые приборы учета, то необходимо уже устанавливать новое поколение, которое синхронизируется с индивидуальными приборами учета. Тогда вот у нас есть, ну, пока это незначительное количество единиц домов, которые так называются «умный дом», где показания счетчиков, они снимаются синхронно, и ОДН практически на горячую воду их нету, а на холодную они весьма незначительны. Поэтому в данном случае это законодательно пока единственный выход. Понятно. Так, если уже затронули тему квитанции, что у нас с долгами? Как обстоят дела вообще в Курской области? На сегодняшний день, ну даже, скажем, не на сегодняшний, к концу отопительного сезона у нас задолженность по ресурсам составляет 2,5 миллиарда рублей. Из них 1,3 миллиарда приходится в основном на предприятия жилищно-коммунального комплекса. Из них вот почти 800 миллионов – это гортеплосеть должна ПАО «Квадро», где, как я уже говорила, в расчеты пойдут объекты теплоснабжения Сеймского округа. Вот. И есть задолженность значительная гортеплосеть города Железногорска за природный газ по итогам отопительного сезона. Есть, значит, у нас задолженность МУП водоканала города Курска за электрическую энергию. Ну и отдельные там еще долги есть Курский электротранс и так далее. 746 миллионов – это задолженность населения за теплоуслуги. Я хочу сказать, значительно снизились долги за природный газ населения, они были более 700 тысяч, на сегодняшний день 460 тысяч рублей, поэтому миллионов. Да. Это все-таки снижение, и они сейчас, идет тенденция к снижению. Но хочу обратить внимание, зачастую, конечно, складывается ситуация по вполне объективным причинам, когда действительно граждане или болели, или имели какие-то сбои в получение постоянного дохода, и эта задолженность накопилась. На сегодняшний день мы прорабатываем и достигнуты договоренность со всеми, особенно крупными ресурсоснабжающими организациями, о том, чтобы идти навстречу с гражданами и подписывать графики по реструктуризации задолженности. Поэтому им необходимо обратиться в филиалы и в те, скажем, компании, которые присутствуют на их территории, для подписания данных графиков и соглашений по реструктуризации и гасить их по мере возможности. У нас как раз есть вопрос, наверное, в тему будет, проспект Дереглазова. Наша управляющая компания каждый месяц вывешивает на дверях подъезда списки квартир должников. Происходит это 11 числа. А оплатить квитанции нужно до 10. Были случаи, когда люди попадали в списки просто из-за сбоев в программе. Это возмутительно. Вот такой крик души
доска позора своеобразная. С одной стороны, законодательство допускает размещение номеров квартир без, скажем, опубликования персональных данных, фамилий граждан и так далее. Тем не менее, если такие случаи есть, это нарушение. И, как я уже говорила, что касается нарушений со стороны управляющей компании, Государственная жилищная инспекция, она проверит и, в принципе, отреагирует, даст предписание управляющей компании в дальнейшем не нарушать законодательство. Если же действительно от граждан есть задолженность, я думаю, что все-таки правильно не допускать и урегулировать эти вопросы с управляющей компанией непосредственно. Угу. Светлана Анатольевна, давайте еще один вопрос я зачитаю все-таки от телезрителя, и уже тогда закончим с этой темой. А управляющая компания собирается продавать долги коллекторам. Это вообще законно, и может ли она сделать это без согласия собственников? Ну, с точки зрения законности, да, в соответствии с Гражданским кодексом есть такое понятие переуступки права требования. Если мы говорим о запрете на переуступку права требования, то это относится только к коммунальным услугам, а это жилищная услуга, здесь ограничений нет, поэтому с точки зрения законодательства нарушений и без согласия собственника управляющая компания, конечно, может передать. С другой стороны, у нас на сегодняшний день есть закон, регулирующий деятельность коллекторских компаний, их, скажем, добросовестности. Если есть какие-то проблемы, то тоже можно обратиться в соответствующие правоохранительные органы для поправки этой ситуации. В то же время я хочу сказать, что на сегодняшний день пока официальных сигналов о том, чтобы управляющие компании действовали подобным образом, просто у нас пугает. И фактов нету. Да, как правило, управляющие компании этот инструмент используют больше для того, чтобы все-таки понудить собственников заплатить ту задолженность, которая есть. Но пока вот фактов применения таких мер у нас нет. Светлана Анатольевна, еще одна актуальная тема – переселение из ветхих аварийных домов. С 2019 года она должна действовать на постоянной основе. По крайней мере, президент Владимир Путин дал такое указание правительству. Сейчас переселяются, я так понимаю, жители домов, признанных аварийными до 2019. До 1 января 2012-го. Давайте посмотрим небольшой материал, как в Щеграх обстоят дела с переселенцами, а потом немножечко обсудим. Внимание на экран. Одно счастье притягивает другое, если умеешь встречать его с улыбкой, уверены супруги Микинины. Недавно они стали родителями, а вслед за этим узнали, что скоро им предстоит новоселье. Старое оставить в старом жилье, а новое привезти с собой. Радость, впечатление. И чтобы маленький уже рос в новых, чистых, хороших условиях. Просторные комнаты, кухня, на которой хозяйке есть где развернуться. Веселые обои, не квартира, а сказка. Ирина Денисова с восторгом изучает свои новые владения. А буквально через несколько дней здесь поселится домашний уют и в воздухе запахнет свежей выпечкой. Там будет стоять у нас холодильник, я думаю. Здесь, значит, ну, рабочий, видимо, наверное, стол. Здесь, я думаю, обеденный стол. Ну, и там что-то для посуды такое вот. Чтобы было не громоздко, но и в то же время, чтобы все вещи были на своих местах. Пока только чуть больше половины квартир обрели хозяев. Но скоро будет заселен весь дом. Оставшиеся 8 квартир у нас будут, они построены для детей-сирот, поэтому мы готовы уже передать ключи детям-сиротам. То есть сейчас объявлен аукцион, после того, как пройдет аукцион, мы надеемся, что наш подрядчик выиграет его. И мы с удовольствием также вручим ключи детям-сиротам в этом доме. Всего в рамках программы квартиры получили 126 щегровских семей, опустили 23 аварийных дома. Сколько за время действия программы уже успело людей исправить новоселье и еще планируется сколько в ближайшее время? Ну, более, скажем, последняя программа – это 2013-2017 году. Более 2000 граждан, они уже улучшили свои жилищные условия. На сегодняшний день у нас остается в целом еще 41 семья, которая планируется к переселению. Поэтому при этом я хочу обратить внимание, что реально только, значит, по 20
семьям, не приобретенующие жилые помещения. Это 26 семей. Это у нас в городе Дмитриеве, где пока еще идут конкурсные процедуры, торги, и застройщик не построен на дома, и, возможно, даже будут на вторичном рынке что-то покупаться. И одна семья, это в городе Обаяни, два человека там, где, значит, квартира, она покупается в доме, который сейчас завершает свое строительство. Договор с подрядчиком, он уже заключен, и до 1 сентября они будут переселены. Кроме этого, у нас есть 14, значит, семей в Мантурово, где уже дома построены, на сегодняшний день идет процесс оформления этих домов, и я думаю, что уже в июле граждане получат свои ключи. Вот. И, в принципе, до 1 сентября текущего года мы планируем полностью завершить переселение граждан из домов, признанных аварийными, до 1 января 2012 года. И дальше у нас уже, как вы уже сказали, приступит новый этап. Светлана Анатольевна, действительно очень актуальные темы. Не хватает времени эфира, просто катастрофически оно у нас истекло уже. Светлана Анатольевна, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Звонок ответили ушел. На вопросы. Да, звоночек у нас сорвался, к сожалению. А вам, я напоминаю, это был прямой эфир, программа «Власть. Открытая политика». До свидания. Спасибо.